Всем привет. Я перепрошел, короче, с того момента, когда у меня... Ну, вернее, с момента, где я закончил прошлый стрим, я перепрошел, вот у меня второй сейв. Но, по сути, как бы то же самое, я тут спустился обратно вниз. Неважно, но я решил с прошлого сейва, сейва, который был после первого стрима, перепройти обратно до этого момента, где мы, как бы, ну, остановились на стриме. Когда у меня офнулся стрим, я не знал, что он офнулся. Я успел тут сделать, собственно, все здесь и поехать вверх. А дальше там пошли ICQ-тесты, на которых я немножко подзастрял, их я не успел сделать. То есть вверху я не прошел. Собственно, вот так. Вот, да. Сейчас я сделаю грутиши. То есть, смотрите, он двигается или сюда, да, или вниз. Но вниз не могу. Окей, могу в этот раз. Но я не знаю, почему так сложно это делать. То есть в чем здесь трудность? Так, как там надо? Два красных сверху, да? А я уже забыл, как я это делал. Еще и шарики что-то не хотят двигаться нормально. Два красных сверху надо, да? Окей. Окей, двигается. Красный сверху. Так, все почти, да? Еще черный вниз надо один. А, ну все. Пиздец. Ура! Достали другую, блядь, штуку. Так, короче, окей. Все работает, проверим. Вроде все работает. Так, тут вообще полный пиздец был, на самом деле. Мэби, ну и к лучшему, что у меня тогда офнулся стрим, потому что тут такой пиздец. Короче, догадаться невозможно. Я просто рандомно кликал, пока я не накликал. Так, что я тут делал? Сейчас поставил кастрюлю, я взял грушу, потом мне нужно, очевидно, когда у меня уже есть груша, что-то с ней сделать, как-то ее подогреть, ну, бля, какого хуя, как это вообще представить? В общем, суть в том, что, бля, как положить, сюда ее накинуть? Окей, это вообще вот, бред какой-то нереальный, и в итоге крюк падает, вот. Дальше я крюк передаю туда. Она его хавает. И сейчас самый пиздец. Самый ебанутый пиздец. Тут, допустим, можно додуматься, то, что крюком можно вот этого достать. Но потом... Это просто шок. У меня есть батареи, короче. Я достаю батареи, блядь. Батареи, нахуй. Как можно теперь даже представить, блядь? Внимание. У меня есть батареи. И батареи я превращаю в шланг. Как я их превратил в шланг, я не помню, но... Блять. О, короче, я батареи превращаю в шланг. Как это работает, я не понимаю. Почему батареи превращаются в шланг? Вот, теперь они превратились в шланг. И теперь у меня есть шланг. И вот, это миссия пройдена. Это вообще просто пизда. То есть, как вообще батареи в шланг превратились? Не нужно кланяться. Вот в чем проблема этих игр? Здорово, Попеч. Слушай. Эти предметы, которые непонятно, как использовать? Хороший маркетплейс. Только рандомно кликать. Не понял, как рычаг? Стоп. Так, оно заработало, ура. Что дальше? А, все, поехали, найс. Все. Вот что вы пропустили, когда у меня стрим залагал. Этим я занимался примерно минут 20 или больше, блядь. Так, здесь ICQ-тесты. Вот тут я не справился. Потому что я уже увидел, что стрим не работает. Ну, окей, потом. Помолчи. Так, ICQ-тесты, поехали. Окей. Так. Что такое... Бумер, блядь, какой-то... Блядь. Типа, оно меня спрашивает, что это такое? Равно знак вопроса. И чё это, блядь? Четыре конечности хуета. Тут везде четыре конечности, везде по три этих стрелочки черных. Чем они отличаются? Она летит куда-то? Наверное, Б? Потому что Б стоит ровно. Ровно, четко. Тут какие-то наклоны куда-то летит, тут тоже наклон, тут наклон, тут летит куда-то. То есть это по часовой стрелке идет, это против часовой стрелки. Или хуй знает. А это стоит ровно, и это ровно. Значит, Б? Я предположу,
О, лол. Окей. Белое плюс синее равно бело-синее. Ну, очевидно, первое, что в голову приходит. Явно нет, а тут не три лопасти. Должно быть четыре лопасти. Бля, по-моему, это 100%. Ну да, так это легко, блядь. А, челик уже доволен. Короче, тут если неправильно отвечает, то челик агрится и все больше и больше на тебя рычит. Я пока когда неправильно отвечал, я понять не мог, потому что я даже перед собой вижу. Эти, конечно, ебучие ICQ-тесты, то, что я всегда говорил всю жизнь. Это, короче, если освоится, то ты их можешь щелкать, как семечки, если освоится. А если ты не понимаешь, блядь, если ты это, ну, не понимаешь, что ты перед собой видишь, то тут ты, очевидно, даже не понимаешь вообще ничего, блядь. Вот что я сейчас перед собой вижу? Окей, я вижу, блядь, смерч бело-оранжевый с белым яйцом внутри. Сердечником. Равно что это? Я понимаю, что вот это вот внутренние слои смерча белые. Значит, тут должно быть белое. Спрашивается, какого хуя? Вот тут белое, а тут желтое и красное. Почему не оранжевое? Почему не разного цвета? Или типа красное плюс желтое превращение и превращается в оранжевое. Бля, наверное, так. Значит, это С. А почему это не может быть А? Почему красное плюс желтое не может превратиться в оранжевое? Потому что две лопасти не дадут такого эффекта, как показан здесь. А я ебу, какой не эффект дадут? Я что, проверял, блядь, или что когда-то? Ну это С, наверное. О, так все, так. А, блядь, так я, кстати, ни разу не ошибся. Мы бы к лучшему, что вчерашний стрим вы не видели, блядь. Вы бы видели, что я вчера тут делал. Ёбаный рот. Мы бы к лучшему. Я прошел с первого раза, получается, 3 из 3. Бля. Когда я вчера сюда приехал, где-то раз 12. Отвечал на его загадки, и я ошибся где-то раз 7. Потому что я не понимал, что я вижу перед собой. Помилуй к лучшему, что вы этого не видели. Так, а что дальше? Чел, я прошел твои загадки. Не понял. Еще? Какого хуя? Я же уже прошел. Еще? Бля, еще другой какой-то... Я вроде знал ответ на предыдущий, а на этот... На этот я знаю. Бля, почему все одно и то же, эти круги ебаные? Я не могу понять, что я вижу перед собой. Что я вижу перед собой? Синяя вот рядом, да. То есть внутренняя синяя. Потом желтая, потом красная. Так то есть только вот это? Окей, изи, блядь. О, блядь, лучше круги, бля. Это что еще за хуй-то? Стрелочка. Типа, это развитие? Это развивается в это, а это развивается во что, блядь? Давайте лучше круги обратно. 4. Так, стоп. 4. Теперь здесь 4. Ага, значит, оно просто крутится. 2 внизу, 2 внизу, 4 справа. Окей. Оно просто крутится. Следовательно, теперь должно быть 4 внизу. Ну, это единственный правильный ответ, это пиздец. Нет, стоп. А, да, вот этот вот. 4 внизу. И 2 теперь слева. Это единственный теоретически правильный ответ? Да. Окей. Блять. Что я перед собой вижу? А, значит, это вот хуйня равно вот эта хуйня. А что это значит? А, все, я понял. Понял ли? Что я перед собой вижу? Нужно поставить. Блять, понятно. Супер очевидно. Только какие из них? Мне кажется, это наугад придется, или А, или С. Я не понимаю, какая из них. Как получились эти точки вообще, если тут намного больше размер, который красным залит? Наверное, С все-таки, потому что черный ты не зальешь красным. Ебать, ебать. А что толку? Я прохожу эти тесты, зачем? Че ты от меня хочешь, бля? А, его нужно разозлить? А, нужно неправильно отвечать. Лол? Это пиздец, нужно неправильно отвечать. А, тогда я могу просто рандомно отвечать. Какой неправильный, блядь, какой правильный. Что я вообще перед собой вижу? 4 точки. 4 кружочка. Так, я предположу, что Б это точно неправильный. Мне нужно выбрать неправильный в любом случае, поэтому Б. Окей, найс. Так. А тут я уже вижу правильный, правильно? Скорее всего, А правильный, потому что
синее плюс желтое равно зеленое. А не, стоп. Стоп. Кинти, он думает, что прошел, но на самом деле не прошел и так уже два раза. Ха. А потому что я думал, что нужно правильные. Бля, получается, я на прошлом стриме, когда у меня офнулся, я не знал, что у меня уже стрима нет, получается, я тогда проходил, потому что тогда я пока-то неправильно отвечал. А я сидел, потел, хотел правильно ответить, но я ничего не понимал и неправильно отвечал. А теперь наоборот, отвечаю правильно, а теперь я стараюсь ответить правильно, теперь пытаюсь понять правильный ответ, чтобы ответить неправильно, это пизда. Мне нужен неправильный ответ. А какой правильный? А, это неправильно, наверное, потому что... А, не может быть правильным. Вот тут желтые лопасти. Вот это плюс это. Тут появляются черные. Они не могут появиться черные. Значит, а, неправильный. Найс. Типа нужно его загрить максимально. Так. Двойные украинские лопасти летят по часовой стрелке. И чё? Это зеленый, наверное, правильный ответ. Зеленый водоворот будет. Типа желтое, синий превратится в зеленое. Значит, С правильный ответ. Мне нужно выбрать любой неправильно. Например, Б. Найс. Все, он уже почти, ну, у него почти жопа сгорела. Окей. Тут везде две красных, две синих и две белых. Стоп, а как это? А как это? Ну, блядь, два из трех шанс угадать неправильный. Поэтому, ну, anyway, по шансам. Короче, я, наверное, А выберу. А, точно неправильный. Ебать, я правильный! Как? Почему? А почему я правильный? С кругами мне явно попроще стало. Понимаю круги, как работают эти. Так, типа, желтая хуйня начинает быстро крутиться. Вот она не крутится, теперь она крутится. И мы имеем что? Мы имеем внутренний слой желтый, потом черный, потом желтый. Значит, С это точно правильный ответ. С это точно правильный ответ. 100%. Да, это легко. Тогда я выбираю Б. Неправильный. Найс. Бля, стоп, опять лопасти, ВТФ. Я не понимаю механики работы этой хуеты, как оно работает. О, я вижу неправильный, там где три синих. Надо выбрать, короче, С, потому что там три синих, он точно неправильный, так будет проще. Я не понимаю, как оно, вот, типа, я его складываю, и что, во что оно должно превратиться, блядь? Разве, почему лопасти не могут в рандомные стороны смотреть? Ебать, он сгорел. Найс. Окей. Пиздос, конечно. И куда я пошел? Так. Шухляду съел. Еще одна шухляда? А, у меня две шухляды. Найс. Достойно. Нужно посадить цветок. И включить телевизор какой-то или что это такое? Так, нужно посадить дерево для начала, а что дальше, я не понимаю. Какой-то аппарат. Смотрит в зеркало. Что, блядь? Это вот этот аппарат. Этот аппарат стреляет. А куда он стреляет? Это чё? Нихуя не понял. Зачем я его двигаю? А, мы походу выращиваем подсолнух или что, судя по всему. Только я нихуя не понял. Так, окей, садим дерево. Это что, блядь, для фотосинтеза аппарат? Вместо солнца? Как его включить? Окей. Это чё, блядь? Ой, бля... Это чё? Палочка? Оно не включено? Для чего мне шухляды? О, лол, пизда, чё это такое? А что я вообще хочу добиться? Что это значит? Они все красные. Ты что должен понять с этого? Что это, блядь, морской бой нахуй или что? Чё хотят от меня?
все. Окей, это вроде не сложно. А, найс. А как я... Так, о, у меня ограничена возможность действий. Нельзя в желтые тараниться или нельзя, блядь, в красные тараниться? Пиздец нам. Почему я тут не умер? Почему я тут не умер? Тут не умер. Это же все тупик, а тут я умер. А почему я умер? Или я двигаюсь всегда строго на три клетки? Так вот, я в красное втаранился, я жив. Конченная игра, не понимаю правил. Какие правила игры? Вы, сука, дали какое-то описание, какие правила игры? Вот тут как-то легко вышло. Да. Бля, возможно, мне нужно просто угадать клетку, с которой начинать надо, и все. По большому счету. А почему здесь смерть? Мне не объяснили правила игры. Найс. Охуенные разрабы. Ну, папаня. Ну, молодец. Вот это я понимаю, внесите 500 для продолжения. Ты должен заполнить все серые клеточки. Игра заканчивается, когда у тебя не остается ходов. По желтым ходить нельзя. То, что по желтым вроде ходить нельзя, это я понял, но... Блять, почему... Правила настолько неочевидные. То, что серые клеточки нужно запомнить, я тоже понял. А кто сказал, что у меня ходов не остается? Типа, кто это решает, блядь? Если я иду влево, я точно умер. Окей, так вроде понятнее. Я уже понял, что нельзя ходить по желтым, но правила не объяснили. Ходишь всегда до упора. Представь, что это как в слоте со змейкой во фриспинах. Пизда. Ну, вообще-то очень тяжелая игра, кстати. Я такую никогда в жизни ничего подобного не видел, никогда не играл, ничего такого. То есть, я нигде, ни в одной игре, ни в детстве, никогда, ну, нигде вообще, я никогда такого не видел. Реально очень сложная игра. Правила душные, до упора ходить. Как в это играть? Вот это да! Ебать. Fuck yes. Фу, так. Проебал. Ну проебал же! Ну кто виноват? Если эта клеточка является концом, как сделать... Как провести змейку через... всю эту хуйню? Опять проебал... А где я должен стартануть, чтобы провести змейку через эту клеточку? Мэби, она не конец? Помолчи. Заебал меня звать. О-о-о! Ёбаный, виноват тут только ты сам. У, последняя осталась, гайз, супер последняя осталась, это вообще пиздец. Ключ к разрешению этих задач, это понять, где начало, где конец. Это то, как я прошел все остальные. Когда ты поймешь примерно, где начало, где конец, ты можешь уже, ну, как-то там попробовать варианты самые такие логичные и адекватные. Не понимая, где начало, а где конец, это считаешь, что ты просто рандомишь. А просто рандомить, блядь, это, наверное, очень долго, не вы. Потому что я забуду, что я делал, что не делал. Да, тут еще проблема в том, что рандомить очень сложно. Потому что, вот, допустим, выбираю вариант, и тут 4 варианта. А я ебу, какой я делал, какой не делал, если я так буду все перебирать.
Найс. Вот так? Ничего себе, я умный! Вот! А ну? О! Фотосинтез пошел, подсолнух вырос! Да я! Это че? О! Это че, бля, тот самый этот эксперимент с двумя щелями или что? Что это такое? Подсолнух вырос! Семена подсолнуха? Так, стоп, а... У меня есть семена подсолнуха, а теперь нужно как? Окей, я не понимаю, что я вижу здесь. Оно должно стрелять... Оно должно рассеивать луч. Правильно я понимаю? Оно должно рассеивать луч с помощью чего? Рассеивать луч с помощью, блядь, чего? Я не вижу предмета. Какой мне нужен предмет? Что вы от меня хотите? Чем есть семена подсолнуха? Я из них могу олию сделать или что? Как будет олия по-русски? Бля, как олия? Бля! Я могу типа олию сделать и налить в чайник и тому роботу отдать в городе. Масло? А, ну да. А мне надо вырастить другое дерево какое-то. А ну-ка, подождите. Идея, а ну. О! И чё? Что это за штуковина, блядь? Туда что, руку нужно засунуть? Ауч-ч-ч! Семена скинуть? Палку, блядь, положить? Зачем? Бабочка? Бабочку туда засунуть? Это ж плотоядное растение. А там линза лежала? Охуенно. Оп. Бля, вся суть этого жанра. Просто вдумайтесь на секунду. То есть, это называется затуп? Ты не можешь к этому логически прийти, потому что в чем прикол этого жанра вообще? Вот жанр, когда квест, головоломка в одном экране. Ты должен перебирать все возможные действия, которые вообще ты можешь сделать на одном экране. Просто рандомные действия, которые ты можешь сделать на одном экране. Как тебе можно, интересно, прийти в голову, что тебе нужно вырастить другое дерево, потому что, оказывается, в этой хуйне каким-то образом кто-то забыл линзу когда-то. Ты такой внезапно думаешь, блядь, нихуя себе, там линза может быть в этом, блядь, растении. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. А это дерево. Все, цветет и пахнет. Прекрасно. Красота. Так, теперь у меня есть линза, ее нужно сюда повешать и рассеять луч. Я не знаю, зачем, нахуя, но... Это карта? Что я переключаю? Ну, типа, я не понимаю. Это гайд, как скрафтить масло? Вы чё, нахуй рофлите? Я ничего не понял. Я могу бесконечно семена себе закидывать, значит, я могу бесконечно что-то крафтить пытаться? Вопрос как? Мы ведь надо дерево еще вырастить, да? Мы ведь деревья можно бесконечно выращивать. Блять. Дверь не открывается, новых вазонов нету, чтобы что-либо вырастить. Как семена использовать, совершенно непонятно. Мою бабочку рассмотреть в линзу? Как до этого додуматься можно, я не знаю. И чё? Я рассмотрел ее в линзу. Бабочку я такую видел на экране. И что? Там ключ какой-то? Я рассмотрел бабочку в линзу. Дальше что? Почему я не могу ее поймать руками? Что, нереалистично, по-вашему? Я же робот. Привет, Виталь. Представляешь, меня ограбили на прошлой неделе. Пришлось новый замок ставить. Ого. Кто взломает.
Не понял, типа, это что, гайд какой-то, блядь? Типа, к чего это? Соболезную, конечно. Че, это гайд был или что? Какого хуя вы это гайдите как-то, типа, скрыто, чтобы я, ну, не стал скипать? Мне нужно дверь открыть? Это пиздец, блядь! Дверь зак... А, стоп! Это что-то активное! А чё это? А, это пароль! Ебать! Я не знал! Я не знал, что оно активное! Вот, блядь, как после этого... Как после этого? Я больше никогда не сыграю. Вот... Мне эта игра на самом деле нравится. Она приятная графически, кстати, несмотря на то, что она старая, тут, ну, довольно-таки очень, ну, как бы, тут очень приятная графика, не довольно-таки, а очень приятная графика. Тут хороший саундтрек, приятная графика, и как бы, ну, в целом, мне интересно играть, но просто сам жанр игр, это просто ебануться можно! Я же не знал, что там можно нажимать! Бля, ну я не тупил, как обычно, получается, я не знал. Бля, какой-то чел опасный. Ну, какие-то жесткие, да? Это чё? Помолчи. Это какой-то механизм, который папа связан... Блять, это механизм, который связан с гайдом, который я видел там на экране. Типа, как делать алию или что? Ой, великие силы. Папа, что папа? Кто папа? Так, что это такое? А, у меня предметов больше нет? Пиздец. О! Так. О, Алия! 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 Блять! Туда нужно поставить мою штучку. О! Мне Семён больше нету! Пизда ебаная. Охуенно сейчас поживился. Хорошо, как моя волшебная лампа не пропала никуда. Еще хочу алию. Все? Мало? Лампа с алией? Все? И что дальше, чел? Мы друзья? Это твой микрочел? Что ты хочешь? Батарейку? Микрочел не ходит? Батарейка нужна? Алло. А как обратно потом туда? Плюс сирена. Так. Этот чел хотел алию. Ты мне что за это? Какую-то хуйню мне выдал за это. Картишка? Пропуск? Ленточка и пропуск? Ты рад? Ага! Наверное, сюда пропуск можно вставить. Сирена бесконечная, что-то. Окей, пропуск. О, пропуск. Ебать, найс. Поехали. О, зал игровых автоматов, найс. Ха-ха-ха-ха, найс! Три. И че? Два. Это что, должен думать или что? Три. Ботич, у меня в городе сегодня плюс 30. А как ты обычно справляешься с такой жарой? Ну а как можно с ней справляться? На улицу не выходи, как еще ты с ней справишься? Кондиционер дома иметь и на улицу не выходить. Как можно справляться с жарой? С жарой, как бы в отличие от холода, никак не справишься, правильно? Ну как, не, ну хотя это спорный вопрос, конечно. Блин, ну на улицу не выходить, а что еще делать?
На улицу реально просто вот когда, допустим, день, да, и солнце яркое, там, каких-нибудь 14.00, 15.00, да даже 12.00. Тут батарейки вроде продаются. Но тут тоже нужны деньги. О, мне нужна батарейка, но тут тоже нужны деньги. Как я должен деньги заработать? Я знаю, где есть деньги в теории. Там, где затоплено. А чё только что вода не течет? Чё это мне дает вообще? Вода не течет, и что? Чего я добился? Ты доволен, чел? Не, игра, конечно, прикольная. Но жанр не прикольный, а игра прикольная. Помолчи. Это нахуй не надо. Походу баг игры медленно крутит. Если помнишь, тебе в начале игры говорили, что игра слишком быстро идет. Так вот, из-за этого возможно. Попробуй фикс. Бля. А, так я не могу пройти в любом случае, да, потому что... Я не могу... Бля. If you're having trouble with new version of Machinarium running too fast, the frame rate is too high. Кстати, мне нравится мой frame rate. Типа, ну, пиздата, когда... А что, он должен быть меньше намного. Куда едем, бля? О, я медленный стал, смотрите. О, у меня кадры пропали, во, да. Во. Так это вообще супер хуёво, было лучше намного. Come on! А как починить эту залупень ебаную? У меня герой стал медленно двигаться, так намного хуже. Это вообще неприятно, когда он медленно двигается. Блять, педали крутить. О! Теперь он работает. Да, все дело было в разрешении. О, не в разрешении, а ну вы поняли, в кадрах. Теперь он реально заработал. И чё? Я поломал его? Давайте другой поломаем. И чё? О, деньги? Не, нихуя. Что, блядь? Что там за звук такой, как будто я деньги получил? Дай денег. Оу, это чё? Я не понял, что происходит? Ва? Ва? Чё делать надо? Окей, найс. 5 уровней? Ой, за что мне это? Ох. Ёбаный рр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 рr Помолчи. От меня хотят. Привет, папаня. И кто так сильно не мотивирует учиться, как ты? Видя, насколько 8 классов дают о себе знать, так и хочется, да, учиться ладно. Дальше, блабданчи. Да ладно, чил. Как вообще можно эту хуйню засунуть в эту хуйню? Я вообще не понимаю, как это возможно. Для этого ее нужно продвинуть сюда, а потом вверх нажать. Ну, блядь, как? А, все, я открыл, когда... То есть мне их... А, бля, просто... Опять же, я думал, нужно обе оранжевые продвинуть через... Окей, ладно. Пик! Пик! Пошли нахуй, твари. Не нужно кланяться. Папаня, человек, папаня. Ты чего такой красный? Это из-за сложных головимок? Красный? Где? В ОБС или на стриме? Вроде бы я не красный. Да нет, дефолтный. Пошел нахуй, пошел нахуй. Пошел нахуй. Та-та, фак, фак, топ. Не відчуваю! Не відчуваю!
Ура, я деньги заработал. Охуенно сейчас поживился. Можно еще денег заработать? Все, поломал. А в каком еще автомате можно деньги заработать? А, ну. Почему я там не мог деньги заработать? И чё? Ну да, первый. Ну? Так. Дай денег. Дай денег. Че? А я могу двигаться? О, найс. Окей, пробел. Это хоть я умею играть. На нахуй, твари. Я в Chicken Invaders 2 играл. Я ОФК прошел полностью. Много раз, кстати. Мне нужно заработать 1000 очков, это будет доллар, да? Найс. Мне вроде скорострельность повышают. Это совсем легко. Это как первый уровень Chicken Invaders. Это вообще лол. Как самое первое, там 100 плюс уровней, там последние ебанутые. Так, я почти заработал косарь. Косарь PTS. Доллар! Зарабатывали бы так в реальной жизни доллары, если бы, ну, была возможность? По-моему, там, блядь, конечно, ну, ты заебёшься так работать. Хотя это легко, но в целом можно подзаебаться. По доллару? Типа, сколько времени потратил? Охуеть. Так, а третий автомат не работает. Чешо. Он так и не заработал. А, там лампочки нету. Ага. Чё скажешь, дядь? Ты тут всё работаешь? Ты тут собрался бесконечно эти провода чинить? А птичка всё сидит. Забавно. Так, у меня есть 2 доллара. Я могу купить батарейку. Еще могу купить Алии. Мне нужна одна батарейка или две? Не знаю, пошли проверим. По-моему, там челу нужна была большая батарейка. Но я не понял. Одной батарейки ему хватит? Он вроде просил большую батарейку, если не ошибаюсь. Твой пиздюк не ходит. Двойная батарейка? Двойная батарейка. Блять. Пробуй пойми, сука, там надо две батарейки в одну соединить, или это нужно что? А Алию есть смысл покупать? Ленточка. Че с дверью тут? Там нужна вторая батарейка или что? А я не проебусь, я вторую куплю. Засейвится, что ли? Еще одна батарейка. Мне надо две батарейки. В одну соединить? Двойная батарейка. Это оно, по идее. Ему нужно две батарейки. В смысле? Чё, блять? Чё твоему пиздюку надо? Надо. Как я их тебе соединю? Связать их лентой? О. Ты-то умный, найс. Ты рад? Все, у тебя пиздюк сейчас заработает? Это все его внутренности, как он вообще работает? А если он сейчас упал, бля? Ты его хоть контролируй. А если он просто упадет? Он же даун. Чешу. Ты рад, что у тебя пиздюк теперь, ну, дышит? Смотри, как могу. А что, в дверь можно зайти теперь? Не понял, а награда? А в дверь? Не понял, для чего это сделал? Ну, типа, он отошел с прохода, должен в дверь зайти или че, блядь? Я ему починил пиздюка, а мне шо? Ничего не понял. С какой целью я починил ему пиздюка? О, кнопка. Пиздец, как видеть? Как видеть, блядь, как? Я вам кто?
Что здесь? Земля? Это мне? Пылесосич? А, я должен был его украсть. Чи? А, я должен украсть пылесос. А ну. Опа, это мне? Не понял. А что, сразу землю не мог украсть? Или что это такое? Ничего не понял, вообще ничего не понял. Ничего, вообще не понял, вообще ничего не понял. Камера, блядь, еще меня палит. Это че? Найс, головоломки охуенно, спасибо. Спасибо, давно, давно не было. Куда кликать, что вообще надо делать? Найс, все, поехали, работаем. Что, что надо сделать? 1-0-1, че, блядь? Че? Че надо делать? 2-1-0-1, че? А, минус 1, звезда, 0, бесконечность, 1, что-то еще, блядь, бесконечность. Че, блядь, че? Нету... А, лампочка. Ага. Так, хорошо. Есть 7 лампочек. Ну, нужно 8, наверное. Вот здесь я не понимаю, о чем я думаю. Я уже какую-то паутину создал. Нахуя? Мне нужна 8-я лампочка или что? 1, 0, минус 1. Че, блядь? 2. Чего, блин? Нужна 8-я лампа или нет, блядь? Да или нет? Я ебу. Чё там? What? И? Что я понял? Звезда. И? Обычная звезда. Звезда из этих раз, два, три, блять. Я ещё раз гляну. Раз, два, три, четыре, пять. Пятиконечная звезда, типа. Это подсказка, мне нужно сделать пятиконечную звезду? Пятиконечную. Для меня это сложно будет, если честно. Если это так. Помолчи. Виталь поселился в новую квартиру. БТВ район хуёвый. Уже весь лифт граффити изрисовали. Наверное, и буду переезжать. Да что, опять подсказка какая-то? Я даже не понимаю, что... Какие-то подсказки, блядь. Уже и подсказки сложные. Блядь. Подсказываю так, чтобы я не скипал, но при этом я не вы даже не понимаю, что ты от меня хочешь. Я не знаю, как рисовать пятиконечную звезду, я не знаю. Мне этого хватит, чтобы ее нарисовать? Вроде нет. Идите вы нахуй, блять, разрабы. А почему эта лампа сюда не ставилась? Я пробовал ее сюда поставить, я, кстати, пробовал. Но она не ставилась. А если я так буду звезду рисовать? Помолчи. БТВ звезды учат рисовать в 9 классе, все хорошо, не переживай. Баг из-за того, что игра медленно работает. Так она теперь нормально работает. Я не верю! Я не верю. Забавно наблюдать, как ты не можешь пройти игру для детей. Восьмая лампа в баре. Для детей. У вас все игры для детей. Абсолютно все головоломки у вас для детей. Без такие какие-то кринжевые с этими утверждениями. Виталь, вот гайд, как нарисовать звезду. Че, гайд, как нарисовать звезду, не нужно, спасибо. Кстати, я бы не смог нарисовать звезду ИРЛ. Я не знаю как. Да. Да, блять. А ну, кстати. А чё нельзя соединить вот эти вот вертикально? Да пизда, не понимаю, почему он не соединилось. Почти бесконечность нарисовал. Бля, как тяжело. Я не могу это, блять, слишком тяжело уже. Рисовать это вообще пизда. Я даже не помню, как рисовать. Блять. Идите нахуй. Звезда. Я не могу звезду нарисовать, я просто не могу. Не знаю как. Как звезда рисуется. Я не могу этого сделать. Еще и время не даю посмотреть.
даже не головоломка, это просто или ты можешь, или ты не можешь. И все. Папань, ты, конечно, сверхумный, и все такое. Но я бы на твоем месте обратился к специалистам. Это реально что-то не то с развитием у тебя. В 99% моментах и по факту уничтожишь социальных недолюдишек, но у тебя с мозгом травмы. Я не могу нарисовать звезду. Я не могу нарисовать звезду. Все, я пошел в казик. Я не могу нарисовать звезду. Это слишком сложная задача. Нарисовать звезду — это просто пизда. Все, я не могу просто... Это даже не головоломка. Вы понимаете, что я даже не думаю над тем, что мне нужно делать, по сути, уже. Я просто не могу нарисовать звезду. Я не могу. Я не умею рисовать даже, блин. Как я должен нарисовать ебаную вашу звезду? Я не умею даже рисовать. Я даже не умею рисовать. Попробую, конечно, на экстриме еще. Хотя мне надо, на самом деле, потренироваться без стрима рисовать звезду. Но, кажется, единственный рабочий вариант — это открыть действительно на ютубе гайд, как рисовать звезду. Мне там человек какой-то прислал гайд. И, типа, вот, как просто нарисовать звезду, во. Это единственный вариант, мне кажется, потому что... Бля, лучше бы он показывал, с какой полосы начинать. Нет, блядь, у меня такого нету. Чел, у меня нету такого, у меня нету вот этого вот фулл горизонтали и фулл вертикали супер ровной, блядь. Такой... У меня такого нету. Я уже так не смогу, это хуёвый гайд. Мне нужен нормальный гайд, когда просто чел от руки рисует звезду. По очереди, звезду, блядь, звезду на телефон, раз запомнить не можешь. Я, блядь, все, короче, идем в казик. У меня мозг все уже, блядь, не работает. Я не могу, блядь. Не пойду себе вспомогательный НАЦ возьму. Восстановить хоть что-то. Ничего уже нету, блядь. Не могу звезду нарисовать. Я не могу звезду нарисовать. Это даже не головоломка для меня, вы понимаете? Это не головоломка. Я просто не могу звезду нарисовать. Я не понимаю, как она рисуется. Тебя спасет только 5-часовой гайд по рисованию звезды. Maybe. Там нечего восстанавливать, бро. Не, сегодня НАЦ, сегодня нужен НАЦ, сегодня нужна тяжелая артиллерия. После этого стрима с рисованием звезды возьми бумажку, карандаш и попробуй проткнуть себе глаз. Сначала, блядь, проткни себе жопу карандашом. Короче, вторая ссылка под стримом, идем в касс. Все, у меня сил ноль, я не могу, блядь, нарисовать звезду. Сейчас я точно не смогу. Мобе надо реально взять, потренироваться на бумаге. Мне нужно даже в реальной жизни попытаться нарисовать звезду. А потом перед собой выложить бумажку и рисовать. Бля, это пизда. Нужно заранее с восьмиконечной потренироваться, потому что просто пизда. Давайте, пошли в касс.